сьогодні після гри коло «Шахтар» ми поспілкувалися з нападником «Шахтаря» про перспективи «Шахтаря» якраз в поєдинках проти «Вольфсбурга». Как оценишь уровень Вольфсбурга? Как считаешь, по силам Шахтеру пройти эту команду? Ну, мы знаем, это ситуация чуть-чуть тяжелая, потому что много игроков есть, травмы есть. Да. Но мы думаем, должен быть позитивным и концентрация сделать все хорошие результаты там. В прошлом году команда в Лиге Европы от Айнтрахта вылетела, тоже немецкая команда. Это как-то повлияет на команду? Германская команда очень агрессивна, они интенсивны, физически очень хорошие. Конечно, это не буду просто. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+2, але ми працюємо для вас і на YouTube-каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі і побачимось на нашому YouTube-каналі.